Бою! Бою! Младший сержант Дробнов, бой готов! Рядовой Чижиков, бой готов! Покрасно. Все. Сегодня мы выполняем упражнение. Стреляем по неизвестным дальностям. Выставлены мишени. Мы рассчитываем дистанцию до этих мишеней с помощью сетки прицела и формулы тычной. При этом учитываем скорость ветра, возвышенность. При стрельбе, допустим, с горы вниз уже тоже делается поправка, потому что если прямо в цель целиться, то пуля уже уйдет ниже. Нужно сделать поправку выше с помощью табличных данных. Все это высчитываем, температуру воздуха и после чего проводим выстрел.